Вообще, покажи, что надо говорить? Этого самого Лева Лещенко. Вот сейчас я его приближу. Лев Лещенко в майке Рамштайн. Если кто еще не знает, то 30 октября, воскресенье, 17:00. В антикафе «Кругозор» будет, что будет? Наша фан-встреча. Наша фан-встреча, где буду я, будет... Я. Я и будет он. Рафаэль. Раф. И, короче, Раф. Ждем всех вас, нет возрастных ограничений, но есть деньги, 300 рублей. 300 рублей немного. 300 рублей это даже меньше, чем обед в Симачеве. Поэтому мы все приходим... В Макдональдсе стоит дороже поесть. Поэтому мы все приходим, берем своих мам, бабушек, родителей, всех собак и притаскиваем к нам на шоу. Будем петь, будем пить. Компот. Компот. Вот. Будем целовать всех, да. Всех желающих. Да. Но это не точно. Чтобы не пропустить ни одной новости и знать все подробности, ответы на вопросы про эту фанфест, ты можешь не шуметь пакетом? И знать все подробности об этой фан-встрече, обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, которая специально посвящена ей. Ссылка сейчас на экране и в описании под этим видео. До 30 числа. Если вас не будет, то я удаляю свой инстаграм. Сейчас будет влог. Волшебник Гарри! Нет, песня Гарри Поттера. Ла-л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 а. Пришли в собор собирать денег. Почему я все время такой жирный у тебя в камере? Ну почему я не такой в жизни? Так я не договорил. Короче, я не жирный, так получается. Ах ты, кость моя широкая. Что? Я бешу тебя опять. Нет. Вот это храм. Полицейский. А это Хлоя. Хлоя. Хлоя, храм. Такое настроение. Очень дешевое место. Реально очень дешевое меню. И, ну типа, блядь, пить жирный селект винер, это вообще не то. Я не для этого так не ходила. Давай вот это, Crystal Луиза 34. Ну, ты его пробовал, но отвратительное на вкус. Я предлагаю вот это рестлинг, Конингсбаринг и Диг Кристиан. Как ты это прочитала? Объясни, что это. Это духи. Они заряжают мой телефон. Иисусья сила. Так вот. Скажи, где в храме находилась розетка? Под Иисусом, под его ногой. Нужно этот проникнуться в образ. Что-то кидает микрочастицы. Чтобы расплатиться в кафе, мне подсказывают боги, что нужно зайти в Тиндер. Что мы делаем для этого? Возрастной диапазон. Мужчина, чтобы мог расплатиться, должен быть не менее чем 40-летний. То есть от 40 лет до 55. Далее. Убираем максимальное расстояние до 2 километров, чтобы находился человек в дорогих салонах. После чего мы заходим и ищем мужчину. Мне нравится твой телефон. Приходится подключаться к Wi-Fi, потому что мои бюджеты даже за интернет не позволяют мне расплатиться. Мы соглашаемся с условием бедного интернета от Билайн, который рекламирует Светлаков, и нажимаем «Готово». После чего дело пошло. Процесс пошел, мужчины посыпались. Смотри, президент Воджо. Воджо видит, выглядит как уебок, поэтому мы его отмахиваем. Это и вообще нехорошо. Совсем нет. Этот завораживает одним глазом, возможно, с вторым. Нет, такие мужчины нас тоже смущают. Этот совсем, у него хорошая собака, но его собака не соответствует его лицу. Этот фоткается в лифте, значит, урод. О, это нам уже нравится. Единственное, что я не смогу выговорить во время секса его имя, потому что оно Джероме. Джероме 43, он очень даже привлекателен, может себе позволить туристические моменты. Значит, мы берем его и лайкаем. У меня с ним сошлись судьбы. Судьбы сошлись, и звезды говорят, что он мой мужчина. Дорогая, так сегодня хорошо выглядишь. Ты так будешь выглядеть на Хэллоуин, это уже твой костюм. Дорогая, а что это за Рафаэль в твоих переписках? Мы с тобой первый раз пришли в такое место хорошее. А ты начинаешь меня позорить. То есть я не понимаю, зачем. Каждый раз, когда приходим с тобой, ты начинаешь меня позорить. Это сейчас выгонят.
это сейчас выглядит? Потому что я истерю. Как же я сказала, что он задержаться? У него фотка с Путиным, надо заснять. Это Питер? Да. I sit in Moscow City. О-о-о, сексуальная, спасибо. Развратница? Пускай будет так. И как развратничать любишь? У меня изо рта идет дым. О, смотри быстро. Ее звали Екатерина Игоревна. О, Мари сразу выходит. Вот она. Она нас встречала. Вот она. Она стояла на входе. Еще раз, когда будем ходить, посмотри на нее. Такая история. Я порезалась от собственной осколки этого. Порезалась айфоном. Оно дымится тоже. Да? Здесь очень холодно, и, соответственно, мы раскрыли такую тайну, что телефоны очень быстро разряжаются от холода. И я изобрел способ, я сел на свой телефон попой, чтобы он согрелся и не умер. Ну шо, ведь Виталик, пошли? Обожаю этот звук. Это где мне делать носом? Сейчас, для того, будет... Да. Я же певица! Сейчас.